фестиваля лауреат премии Москвы, лауреат Российской национальной премии «Овация» Пётр Татарицкий. Говорит Москва. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, дорогие друзья. Дню Победы посвящается 10-й традиционный международный открытый фестиваль искусств от имени Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. В эти минуты телевидение Московской консерватории ведет прямую трансляцию с прославленной сцены Большого зала Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Фестиваль продолжается в Москве и в других городах России в рамках региональной программы. Сегодня здесь, с этой сцены, прозвучат финальные аккорды фестиваля в Москве. Фестиваль организован Московской консерваторией при поддержке Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации, Российского музыкального союза, Фонда развития творческих инициатив. Информационная поддержка, критико-публицистический журнал «Музыкальная жизнь», телеканал «Звезда». Художественный руководитель фестиваля, и надо отдать должное подвижничеству этого человека, лауреат премии Москвы, лауреат премии Министерства обороны Российской Федерации, профессор Александр Соловьев. Фестиваль продолжается уже в течение 10 лет. И каждый раз это многожанровая палитра, имеющая отношение, собственно, к искусству. Фестиваль не только и не столько о войне. Он далек от ложного патриотизма или же пафоса. Он говорит скорее о судьбе человека, человечества. И, конечно же, главная миссия фестиваля – гуманистическая. Так произойдет и сегодня, в этот день завершения 10-го фестиваля «Дню Победы» посвящается. Девизом фестиваля этого года стали строки легендарной песни выдающихся советских авторов, композитора Анатолия Новикова и поэта Льва Ошанина. Уверен, вы поддержите их. Нам дороги эти забывать нельзя. И вот название этого концертного вечера в рамках фестиваля «Дорогой памяти». Сегодня мы впервые на прославленной сцене Большого зала Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского встречаем и приветствуем на сцене фестиваля Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Дорогие друзья, Москва гостеприимно встречает вас. Сегодня для вас особенный вечер, тем более, что имена руководителей оркестра хорошо и давно уже известны и в Москве, и тем более в Московской консерватории. Генеральный директор оркестра, заслуженный артист Республики Башкортостан, прекрасный музыкант Антур Назиуллин. Главный дирижер оркестра, заслуженный артист Республики Башкортостан Дмитрий Крюков.
Очень важно в наше время выбирать верные векторы своего личностного и человеческого развития. Конечно же, этому служат славные имена героев, которым стоит подражать сегодня в нашей с вами жизни. И одно из сочинений, которое откроет сегодняшнюю программу, именно и посвящено национальному герою. Сегодня вы услышите симфонию, одной из симфоний Сергея Прокофьева. И автор создал это произведение в 1944 году. Во второй части сегодняшнего вечера и программы будут звучать сочинения, и будут они исполнены при участии хоровых коллективов. Они лишены религиозной тематики, но при этом обладают очень мощным духовным, гуманистическим воздействием. Сегодня в рамках этой программы мировая премьера сочинения известного российского, московского композитора Давида Кривицкого. Он посвящал свои сочинения не войне, но жизни, самой большой буквы. Первое отделение концертного вечера. «Загир Исмагилов», симфоническая поэма «Салават», исполняет оркестр, дирижер Дмитрий Крюков. Thank you.
Сергей Прокофьев. Симфония номер 5, си бемоль мажор, сочинение номер 100, в 4 частях.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Окончилось первое отделение концерта «Антракт».
Десятый международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы» посвящается финал фестиваля «Дороги памяти». На сцене фестиваля детский хор детской музыкально-хоровой школы «Пионерия» имени Георгия Струве, художественный руководитель Елена Веремеенко. Женская группа камерного хора Московской консерватории. Основатель хора профессор Борис Стевлин. Художественный руководитель и дирижер профессор Александр Соловьев. Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Главный дирижер оркестра, заслуженный артист Республики Башкортостан Дмитрий Крюков. Концерт сегодня в Москве проходит при поддержке главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Родился в 1937 году в Киеве. Когда ему было 7 лет, родители его привели в Киеве за подол в Бабий Яр. Мальчик своей детской рукой зачерпнул горсть земли. Жирная, маслянистая, вперемешку с костями и мясом. Конец цитаты. На всю его жизнь эти впечатления сохранились в памяти композитора Давида Кривицкого. Сегодня мировая премьера его военной кантаты. Это событие при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Его называют рецензенты и музыкальные критики постромантическим композитором. Его музыка по праву, по-настоящему красива и светла. Сочинение, которое вы услышите сегодня в рамках финала фестиваля «Дню Победы посвящается», создана на стихи Арсения Тарковского. «Кто может умереть, умрет. Кто выживет, бессмертен будет. Пойдет греметь из рода в род, его и правнук не осудит». В канун 9 мая вся наша страна и дружественное человечество вступают в ряды бессмертных полков. В свое время в рамках фестиваля «Дню Победы посвящается» Москва увидела премьеру оратории Давида Кривицкого «Бабий Яр». Сегодня новое сочинение. И наряду с теми, кто ковал когда-то великую победу на огненных рубежах, многие сотворяли великую победу и в тылу. Об этом давно известно. Кто-то выходит с портретами героев бессмертного полка, кто-то просто помнит о своих прекрасных дедах, сегодня уже и прадедах, которые ковали победу в тылу, у станков, а может быть и на автопредприятиях. А кто-то хранит память своих славных предков, которые творили на ниве музыки и искусства. Безусловно, заслуживает уважения отношение к имени композитора Давида Кривицкого и его дочери. На сцену приглашается лауреат премии Москвы,
лауреат премии Министерства обороны Российской Федерации, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь», известная органистка, профессор Евгения Кривицкая. Добрый вечер, уважаемые гости фестиваля. Я буду краткой. Это особое чувство, когда мировая премьера композитора, который не дождался этого часа, но музыка сейчас будет его звучать и будет звучать в преддверии его 85-летия, которое наступит завтра. И это такой очень символический момент. Еще более символический момент, что когда шли события Великой Отечественной войны, Давид Кривицкий вместе со своими родителями, тогда он еще был совсем мальчиком, 6-7 лет, оказался в эвакуации в городе Уфе. И вот через много десятилетий это срифмовалось, и сегодня эту мировую премьеру осуществляет Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Я хочу сказать... Я хочу сказать, что на самом деле мы вначале решили, что вот так будет, что оркестр приедет сюда на фестиваль, а потом уже я почитала внимательно биографию своего отца и увидела такой поразительный факт. Военная кантата — это такая рефлексия на те страшные события, это не иллюстрация, это философское размышление, это попытка предостеречь и попытка дать какие-то ответы себе на собственные вопросы. И я хочу поблагодарить Московскую консерваторию за то, что сегодня на этой сцене будет звучать музыка моего отца. Здесь состоялись некоторые важные премьеры в его жизни. Он всегда был благодарным слушателем в этом зале. Я хочу, безусловно, поблагодарить еще раз за поддержку Президентский фонд культурных инициатив, потому что это действительно очень важная акция памяти, поэтому и назван этот проект «Дорогой памяти». Спасибо большое. Благодарим. Второе отделение концерта. Давид Кривицкий. Военная кантата. Стихи Арсения Тарковского. Либретто Давида Кривицкого. Для тенора, хора и оркестра. Пролог. Вступительная песня «Мало ли на свете». Сцена первая. «Пусть роют щели». Интермеццо. «А разве я не хорошо горю?» Сцена вторая. «Я знаю час». Траурная музыка. Эпилог. «И я уже не помню сам». Финальная песня. «Кто может умереть, умрет». Солист. Солист Московского музыкального театра «Геликон опера», лауреат международных конкурсов Дмитрий Хромов. Первое исполнение. Дирижер Дмитрий Крюков.
Пусть роют щели хоть под воскресенье. В моих руках надежда на спасенье. Как я хотел вернуться в до войны. Убить должны. Не могу сказать, необходимо иди сюда, и смерть промчится мимо. Я знаю час, когда начнут войну. Кто выживет, а кто умрет в плен? И кто из нас окажется героем, и кто расстрелян будет перед сном? Уже заполонивших Сталинград. Видел я, как русская пехота штурмует Бранденбургские ворота. Thank you.
вас, когда начнут войну. Кто выживет, а кто умрет, пленит. Что до врага, то все известно мне, как ни одной разведки на земле. Я говорю, не слушают, не слышат, несут цветы. Thank you.
помню сам. Откуда пришел сюда? Уже не помню сам, откуда пришел сюда, и что случилось чудо. Я все забыл, в окне еще светло, и накрест не заклеено стекло. Thank you.
Концертный вечер продолжается. Десятый международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы» посвящается год 2022. Финал. Гия Кончели. Дикси для смешанного хора и оркестра. Исполнители. Камерный хор Московской консерватории. Тульский государственный хор. Художественный руководитель хоровых коллективов профессор Александр Соловьев. Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Дирижер Дмитрий Крюков.
Thank you.
Цветы от полномочного представительства Республики Башкортостан при президенте Российской Федерации и землячества Башкортостана в Москве.